В рамках проекта «Чистая Арктика» добровольцы ликвидировали 13 несанкционированных свалок в муниципалитетах, высадили 18 тысяч деревьев и кустарников, привели в порядок береговую полосу протяженностью 52 километра, обратили внимание на совещание и на ход рекультивации крупных свалок твердых отходов. Это дровяное, на данный момент в ней утилизировано 2,8 миллиона кубометров мусора. Также продолжаются рекультивации свалок в Заозерске, на территории птицефабрика «Снежная» и очищение Кольского залива. Птицефабрика «Снежная» была одной из крупнейших Мурманской области. С 80-х годов прошлого столетия в пометохранилищах предприятия скопилось около 200 тысяч тонн биологических отходов. Все они находятся в озерах глубиной до 15 метров. Решать вопрос очистки начали в 2019 году, когда появился существенный риск попадания помета в водозаборные водоемы. При помощи построенных рядом очистных сооружений и двух плавучих насосных станций хранилища осушаются. Работы планируют завершить уже в следующем году. Кирилл Гребеняк, ТВ 21+.